Парни, всем привет! Сегодня у нас еще одна пуля. Откроем, посмотрим. Это у нас дуплекс, да? Это пуля Монолит, 32-граммовая. Вот. 70-я гильза. Пульку ее вон хорошо видно, присмотритесь. Вот. Высокая юбка на патроне. Вот такая, непонятно, такая прокладка, вот она металлическая. В чем прикол, конечно, не могу понять, но сейчас будем открывать, посмотрим, почему именно такая прокладка. Потому как саму пулю ее видно, вон она, чуть дальше. Какая пулька, что внутри, сейчас будем смотреть, поехали. Так. Конечно, попробовать бы ее открыть так, чтобы, не знаю, не получается. Ладно, будем открывать ножницами, как обычно. Так. А вот прокладка ли это или нет, сейчас будет ясно. Но нет, друзья, это не прокладка. Это не прокладка. Это именно часть этой пули. Так что я думал, прокладка нет. Так, ну подковырнули, идет. Вроде бы идет. Вот, это как бы правильно сказать, вот такая она пуля. Сколько составных частей, конечно, ну да, зачет. Вот эта часть, это как уплотнительное кольцо, чтобы шла, она не болталась по стволу. Получается, однозначно, это подкалиберная пуля. Вот в таком обкладе. Это литье залито, там хвостовик этот влит. Но тут его снять не получится. Ну такая, да, зачетная пуля. Вот такой вот формы. Передняя часть тяжелее, задняя с хвостовиком. Вот, то есть пульку увидели, да. Ну и соответственно идет у нас обтюратор. Получится мне его так просто вытянуть или нет, неизвестно. То есть, сейчас скрываем этот патрончик. Теперь надо вытащить этот. Все вроде бы поддается. Очень плотно посажен этот обтюратор. Как там правильно его назвать, обтюратор, не обтюратор, но вот он очень плотно посажен, даже не выходит. Вот тут осталось немножко, его не могу вытащить. Все, подвернули обтюратор. Ну да, немножко было просыпано. Так, там у нас порох. Какой порох, парни, сейчас будете смотреть, кто тут знающие, спецы. Включайтесь. Сейчас, какая навеска пороха. Порох слишком похож на порох А0. Ну, как по мне, очень сильно похож. Ой. Так, ну пороха 1,7. Вот. 1,7 грамма. Капсуль-воспламенитель. Черная глушка. Тоже пишите, какой это капсуль. Полностью не точка, а полностью по всему донцу капсуля. Вот.
такая вот Т5 юбка. Пороха 1,7. Пульку важим отдельно. У нас пулька 32,6. Без вот этого дополнительного обтюратора 32,6 у нее вес. Да, 32, ну, 64. Вот, вместе с вот этим обтюратором 33,7 грамма. Не знаю, берется во внимание этот обтюратор или нет, не могу сказать. Но заявленный вес пули 32 грамма. Вот, 32,6. Чуть-чуть она тяжелее. Вот, друзья, так что такой вот патрон, такая вот пуля «Монолит». Вот она, вот эта пулька не разобрана. Довольно-таки зачетный патрон, думаю, и полетит она очень хорошо. Все, отстрел будет, посмотрим, как эта пулька будет лететь. Всем удачи, всем пока, до следующих роликов.